Бытовые отходы захламляют ценные земли сельхозназначения, а местные коровы приходят сюда как на пастбище. В Кайкенском районе стихийная свалка грозит экологическими проблемами. Специалисты Россельхознадзора по республике обнаружили несанкционированную свалку в селении Кайкент. Ранее проведенный рейд на этой же местности не дал результата. Теперь площадь свалки увеличилась с 1 гектара до 7. В отношении муниципалитета составлен протокол и назначен административный штраф в размере 80 000 рублей.